Вчера я говорил с мистером Абдали. Кто это? Владелец компании, заказавшей строительство Sky Towers. Мы познакомились с ним в Дубае. Отель полностью готов. Внутренняя отделка завершена. До открытия остался месяц. Мистер Абдали сказал, что очень хочет видеть на открытии тебя. О моей поездке в Дубай и речи быть не может, Анур. Что ты говоришь? Это твой проект, благодаря которому ты выиграла престижную награду. Мне все равно. Ничего не хочу слышать о нем. Это из-за того, что я сказал тогда тебе в лифте в Дубае? Да, из-за того. И не только. У меня сейчас сложный период в жизни. Но, любимая, если ты не поедешь... Анур, зачем ты хочешь напомнить мне о том, о чем я так стараюсь забыть? Между нами не должно остаться недопонимания. Пожалуйста. Мне бы не хотелось снова лететь в Дубай. Понятно. Я не стану заставлять тебя. Но если ты не полетишь, не полечу и я. Как же так? Ты не поедешь на открытие отеля, который сам и задумал? А что мне делать там, где нет тебя? Я хочу быть рядом с тобой. Но ведь это твоя работа. Мне нечем будет дышать в городе, в котором нет тебя, Шахрезад. Или ты едешь, или я остаюсь.